Если я сейчас пройду эту игру, то у меня нету игр больше. Скорее всего, стрим закончится. Что-то типа того. Так вот. Ну, я не знаю, сколько тут еще по времени. Что это? Да, о, господи. Ого. Вот, нормально. Нормально. Только надо голову поменять. Что это? Что это? Что это? Ух, ебать, космонавт. Диковка моя, блядь. Нужна твоя помощь. Ты стерва. Отец. Ну ты видел? Видел? Это ничего не значит. Ла! Варем. Ух, етить! Ох, етить! Я уже понимаю, к чему это все. То есть одно касание, ваншот сначала, блядь. Ясно, понятно. А с этой блядской механикой? Конечно. Если бы продолжилось дольше, мне кажется, это вообще печаль была. Чего? 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 Да помощь! Выпусти нас из клетки! Возьми этот ключ, открой ворот и освободи остальных обитателей Little Big Planet. Это ключ. А, ну похоже. Так, и что? А мне как-то на другую сторону надо попасть. Там внизу что-то, что-то? Похоже на то. Что происходит, блядь? По-моему, собака нахуй сдохла только что. Ну и куда ты? Ведь жара пиздец. Я сейчас завидую реально людям, у которых есть кондей какой-нибудь. Жуть, блядь, полная дома. Гастроли узбекского чего, блядь? Там до коробки видел? Гастроли узбекского какого-то что-то там. Спасибо, остальных освободи. Да не вопрос. Ох, мать. Ох, мать! Тихо. Куда мы идем? Окей. А, это наши пацаны, что ли? Спасибо, друг. Да, пожалуйста.
Еще бы у меня персонаж делал то, что я хочу, было бы вообще замечательно. Прям цены б не было тебе, дебилоид. Ну и вот и что. Ну и вот и что. И сейчас мне заново все начинать придется, да? Я просто даже не понял, куда мне дальше-то. А, ну вот сюда можно. Чекпоинт, ладно. О, боже. Не надо. Окей. Не надо. Смотрите, как мудрено здесь все. Блять, откуда? Ты молодчина, спасибо. Да, пожалуйста. А можно вот эту голову? Да ну ломтик. Еще куда это? Свобода! Беги, трехголовая, не пойми что. Это Фрида, да? Или как там ее? Невеста. Трить, конечно, тут конструкция. Я тебе говорю, был бы прекрасный платформинг, здесь бы вообще в игре цене не было бы. Но персонаж прыгает просто как я хуй знает кто. Я сдал, что ты придешь? Я пришел, да. О, нет. Блять, а можно, пожалуйста, камеру вот сделать по-человечески, блять? Не, ну вот это что такое? Я даже вот сориентироваться не успел, что произошло. Бред какой. Поехали. Так, и чё? Не понял. Мне нужно схватиться. А, ну ок. Халявные стикеры. Халявные стикеры. Один пропустили. Один пропустили. Возьми. Спасибо. Тебе пора сразиться с коллекционером. Удачи. Что-то так это сделано, как будто сейчас все уже финал игры будет. Коллекционер. Поехали. Станция спортивная.
цыпленок. О боже! Ну нахуй! Я ты видел, ты видел. Да, думаешь, меня можно победить, маленькое жалкое создание или коллекционер, а ты никогда меня не поймаешь. Вот это вот он был. Интересно. О боже. О боже. Мои машины непобедимы. О боже. О боже. Ёп твою мать. Это только начало. What the fuck? Можно, пожалуйста, блять, антивирус? Не... Давай не надо вот это вот... Чего он меня бесит? Вылезают какие-то оповещения, типа, ой, там, типа, у тебя рабочий стол засрался, надо было почистить. У меня, блядь, там 10 ярлыков, блядь, что там чистить-то, блядь? У меня все аккуратно там. Так, короче, надо... Да ёб твою! Ты чё, издеваешься? Можно, пожалуйста, так не делать? Дай пройду. Дай пройду на ту сторону. Бум. Ну чё ты, пьянь? Ебуська. Так, жизни начали кончаться. Терминатор. Чего? Да я допрыгнул до туда-то. Чё это? Это надо перетащить. С этого надо прыгнуть. Да, блядь, ебучка. Наска, догоню. Иди сюда. Привет, Фронзе. Куда ж ты, блядь, заморская? Ну-ка, стой. Куда это ты? Я догоню тебя. Чё-то это не к добру. Прости меня. Вообще-то я не такой уж... плохой. Я ни с кем не делюсь. Потому что у меня что-то... Любой, кто играет в Little Big Planet, может стать твоим другом. Присоединяйся. Чё? Я думал, еще одна фаза будет. Это типа... Что сейчас было? Это типа все, что ли?
Не надо! Нет! 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 Чего? Продолжить. А что продолжить? А что? А все? Не понял сейчас? Это все? Что ли? Подожди секунду. Дай-ка я. Без спидран. Да. Точка ком, блядь, поменяли дизайн, нихуя себе. Да я не знаю, как бы уровень новый не открылся, поэтому понять не имею. Ну, блин, еще бы этот сайт новый грузился бы нормально. Так, 100%, допустим, 100%. Допустим, 100%. Так, и чего? Да, как тут определить-то, ёпта мать? Это надо и не смотреть. Походу мы прошли только что игру. Сейчас. Ну да. Это конец игры был. Короче, на куражах хуба. Его слегка, чтобы персонаж осторожно пошел или отклони посильнее, чтобы он... Да можно вот это пропустить, говно. Все, давай, короче, вот так вот я сделаю. Прыг. Нажми кнопку действия один раз. Типа пускай это будут титры. Или нажми и удерживай, чтобы прыгнуть далеко. Вот так. Спасибо, Архимон. Спасибо, Генри Мэннинг. Спасибо, Блэзер. Слушай, я хотел, думал, может, Mortal Kombat поиграть, но что-то, короче, он мне сказал 48 гигабайт качать. Я просто вот так... Не хочу я 48 гигов качать сейчас. За час до стрима. У меня, во-первых, места столько нету. Свободного. Конечно, тебе хочется выглядеть привлекательно и стильно. Все, прошли игру. Самым красивым, тряпичным человечком. Поэтому давай научимся одеваться. Выберем костюм для будней и... Ну, я хз. Нажми кнопку меню, чтобы попасть в меню персонажа. Платформинг такой себе. Для детей, может быть, зайдет. Для тех, кто любит коллекционировать всякую хуету и собирать на протяжении всей игры, это вообще игра зайдет прям очень хорошо.
Но мне не зашло, потому что я люблю платформер. Я люблю платформеры. Я не могу, когда платформер кривой. А этот платформер кривой. В нем платформинг уровня, короче, этот, как его... Как это называется игра? Доктор Джекил и Мистер Хайд, блядь. Ты прыгаешь на платформу и сваливаешься с нее. Это вот, блядь, вот тот уровень. А это, блядь, PS3, между прочим. А та игра была когда? В 90-х? Может, даже раньше? Да нет, понятно все. Эта игра — это попытка Sony быть Nintendo. Вот. Тут я просто обеими руками за. Ну, блин. То, что мне было интересно здесь, оно здесь сделано не очень. Сорян, прошли. Что делать? Без понятия. Есть один вариант. Всегда есть, блядь, один вариант, да? Даже толеранс? Имеешь в виду? Так. Блин. Нет, я не хочу зеро толеранс. Нет, я не буду, отстань от меня.